не в образе социума. И поэтому он спорит с Малевичем, как бы создавая свои вот, системы, построенные все-таки на таких лекальных кривых, я сказал бы, несмотря на его первую работу, созданную из прямых. Вот эта вся ситуация, связанная с семейством Эндеров, они построены на экологической форме реальности. Реальность начинает переходить вот в природу, она соединяет мистическую реальность, переходит в реальную природу. Вот эти следы, зоны перехода, они начинают означиваться. Вот эти топологии, проявляется вот эта скрытая реальность. Если у Малевича она вся остается как бы там, а у Матюшина и всех вот этой группы, Стерлигова, она начинает как бы проявляться здесь. Мы можем видеть вот это невидимое состояние символических форм, те, которые можем видеть на иконе. И поэтому вот эта чашно-купольная система возникает. И она возникает для Стерлигова. Мы живем как бы вот внутри чаши и купола, внутри, черный квадрат находится внутри. Оплодотворенный вот этой вот дальнейшей жизнью, он начинает как бы реализовываться через свои этические, экологические, символические формы. И Матюшин, создавая вот эту систему, да, дал возможность Стерлигову впоследствии сказать, что прямая разъединяет, а кривая соединяет. Вот это жизнь кривой, жизнь таких естественных форм, не жизнь условных форм, не жизнь как бы проекции, которая существует вот в культуре Малевича, не проективная как бы ситуация, а ситуация, уже пытающаяся как бы превратиться в ребенка, вот в это зародыша. И в то же время Малевич об этом также рассуждал. Он рассуждал однажды в письме к Лисицкому, он объявляет, что у него лаборатория называется лаборатория биологии и живописи. И вот этот момент биологического он превращает в свою теорию прибавочно-элементное, когда он говорит, что жизнь живет эволюционно, и вот каждый момент времени появляется прибавочный элемент, появляется вирус. Этот вирус для него обладал позитивным качеством, он как бы формирует новую реальность. Вот как мы нормально новой реальности через вирус. Вот этот вирус, творческий вирус, возникает из импрессионизма, появляется там. Сезонизм, терповидный кривой сезонизм, возникает кубизм и далее. Вот эта жизнь, последовательная жизнь вот этих форм фиксирует жизнь, органическую жизнь. Но это жизнь пространственная, это жизнь, находящаяся в пространстве. Сегодня мы как бы забыли это пространство, мы не живем в пространстве. Культура все заслоняет. И вот эта ситуация, которая когда-то вот, и Дюшан об этом говорил тоже, я несколько раз это повторял, когда Дюшан говорил, что Сезанн мешает ему видеть, загораживает гору Святую Викторию. Что картина Сезанна, искусство, заслоняет ему живую гору. Вот. И о Малевиче там заявлял, о живописи не может быть и речи. Вот возникает некая другая ситуация. И вот в ряде действительно каких-то определенных работ сегодня мы следим, прослеживаем, что идет возвращение к экологии искусства, к естественному состоянию искусства. Допустим, такой есть пионер как бы, консультализм, пионер новых каких-то идей, Илья Табаков заявляет о том, что кончилось время авангарда, должно наступить время просто художника-любителя. Он предлагает новую форму любительского искусства. Естественно, рисование, как рисовал Пушкин, на своих рукописях, вот, на полях рукописей. И вот это искусство, это некий возврат какой-то форме, изначальной форме, в котором присутствует ребенок, когда человек как бы не вооружен культурой, он, естественно, проникает в это состояние новое, фиксирует это состояние. Не вооружен тремесячным, а просто повторен самой траекторией своего поступка. Траектория поступка и становится следом как бы изображения. Вот его знаменитая работа Табакова «Будучи возьмут не всех», где он иронизирует, что идет, как мы видим, поезд уходящий, и висят, лежат, внизу валяются работы Табакова. Что эти работы не идут в будущее, они не идут, но они уходят поездом. Вот этим, они уходят в техногенное будущее, возникает техногенное будущее. Не надо идти в это будущее, нужно остаться здесь, как вот, в этом состоянии. И остаться здесь, естественно, в каком-то виде. Будущее должно быть совершенно другим. Вот эта идея о неправильности нашей цивилизации.
неправильности. Нужно возвращаться в тот узел, в какой, в тот момент, когда она еще не стала как бы отчуждением. Когда человек присутствовал внутри как бы культуры и внутри жизни. Об этом, конечно, заявляет Эйнштейн, когда он в своей теории относительности вводит наблюдателя. Без позиции наблюдателя невозможно понять как бы сам космос, невозможно понять Вселенную. И когда он говорит, что Достоевский дал ему больше, чем Гаусс, дал больше, чем математик, он дал ему реальную топографию, когда он читает «Преступление и наказание» Достоевского и сам следит за том, как Раскольников передвигается по Петербургу, и вот эта топография передвижения человека становится как бы сюжетом романа, сюжетом драматургии, нахождение внутри вот этой ситуации, не отчуждаться со стороны, не рассматривать искусство как некий объект произведения искусства, находиться внутри произведения. Вот это состояние внутри произведения мне вот я хотел тут признаться своей любви еще к Мартынову. Вот это удивительное, конечно, состояние, которое вот я переживаю в духовых композициях от «Танца на берегу» и «Стена сообщения», когда я реально как бы присутствую в этом танце. Я сам как бы протаптываю вот это следы, мои следы на песке, и переживаю вот это средиземноморское покачивание, вот это колебание почвы, колебание воды. Я там присутствую, и мой ритм переживается вместе с ним. Так же, как стена сообщения, когда накатывается волна, и вместе с волной, с этой вот волна сообщения, я в ней нахожусь, в этой волне. И тут же я как раз вот думаю об этих вещах, я также думаю, конечно, о прибавочном элементе Малевича, где вот этот сам принцип вот этой структуры произведения, которую он предлагает Владимир Мартынов, это есть прибавочный элемент, где прибавочный элемент появляется, и он постепенно начинает вытеснять как бы предшествующее состояние. И возникает новая структура. И так рождается, возникает еще один прибавочный элемент. И опять возникает новая структура. Вот это волновое состояние мира, которое именно в виде кривой, матюшинской кривой, Серлигова выражается, а не в виде вот этой прямой. И вот это состояние постоянного волнения, непрерывного состояния в этом волнении, волнение души, волнение пространства, синхронное состояние с самой реальностью. И вот этот путь, конечно, это путь, сегодня путь одиночества, как бы, к сожалению. Но он появился, его раньше не было. Сегодня это есть. Вот выставки, которые мы наблюдаем, и сама позиция вот этого пространства, это переживание волнового состояния мира, в котором мы живем вместе с этой волной. И вот это след этой волны, которая совпадает со следом нашего состояния, где личная экзистенция, она полностью совпадает как бы с таким вот, ну, как бы с кардиограммой. Кардиограмма нашего сердца – это кардиограмма как бы космоса, неотделимость нашего от космоса. И хотя опять это так же было в Малевиче, когда он говорил, надо прорвать вот этот парашют, купол парашюта, который над нами. Нужно выйти в этот космос, соединиться с космосом. Но ни в коем случае не строить вот те архитектоны, которые он предлагает, как некие чисто символические формы. Хотя вот Соединенные Штаты, да, Нью-Йорк, Чикаго, как раз построены именно в системе супрематизма. Но это то, против чего восставал Малевич. И переживал мир действительно вот в этом сновидении. Вот когда вот этот сомнительный разум как бы отказывается в таком каком-то бодрости, у него бодрствует душа человеческая. И вот, ну что, сегодня мы находимся в очень сложной ситуации, где действительно все наблюдается через поверхность. Мы видим поверхность, мы не можем прорвать эту поверхность, не можем войти вовнутрь состояния. Каждый раз необходим внутренний жест, необходим своеобразный подвиг какой-то. Но возникают единицы, которые это осуществляют. Вот как бы за это я благодарен тем людям, которые открывают нам реальность, распахивают эту реальность. Как говорит Эрик Булатов, что я постоянно мучаюсь, я вижу поверхность перед собой. И вот на какое-то мгновение распахивается эта поверхность, и я рисую картину. Вот я рисую картину, открывается реальность. Только я и нарисовал, написал ее, реальность тут же закрывается, тут же мгновенно закрывается. Я должен снова ее вопрошать, и ответом мне дается только через переживание пространства картины. А пространство картины для него – это вход в картину. Нужно войти в картину. Картина становится действительно вот
тем состоянием, которое мы должны пережить лично, физически, психически, войти, как бы погрузиться в этот мир, не отделяться от него. Ну вот, спасибо.